Hey. Okay, с вами Шимики, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Guacamole Turbo Ultra Champions Edition. Окей, ребят, мы с вами прошли, так сказать, как я понимаю, город, да, то есть у нас начальная все была ставочка, там все такое, и теперь у нас лес. Или мы летим в лес. Загрузка. Лес для чего? Сразу убиваем врагу. Больше урона за то, что я типа врагов броняю. Интересно, что мне дает за вообще это хиты. Ой, это походу оно и есть, да? Стой на месте, Лучидор. Приказ Карлоса Калаки. Предупреждающий шаг, и ты умрешь. Что? Ты хочешь сказать, кто я? А, знать кто я? Да. Ты, кажется, благородный Лучидор, поэтому я отвечу на твой вопрос. Меня зовут Ягуар Хавьер. Когда-то я был человеком, как ты. В молодости я жил и тренировался в этих дремучих зарослях. Я стал легендарным воином на службе у благородных королей. Привел величайшую армию к победе. Но это было давным-давно. Теперь я служу Калаке. Нас ожидает последние дни земли. Советую тебе вернуться домой и провести их с теми, кого любишь. А ты упертый. Лучидор, ты спас церковь. Сей подвиг достиг восхищения, но твое путешествие закончится здесь. Не больше так бесцеремонно расправляться с этим воином, но я тебе предупрежу. Так, я куда-то упал. Нихера на улице левиняка пошел. Хо-хо. Ну, хотя бы, я вам скажу, жару прибьет. Ой, какая что по звукам? У меня громкие звуки, просто, блин, я не могу контролировать. Подожди, там сейф, там есть сейфчик. Оп. Так, я не знаю, куда, во-первых, мне идти. Ага, мне показалось, что идти сюда. Значит, мы пойдем на бар. Смотрите, здесь хорошо сделано то, что типа камешки показаны, которые мне, я могу разрушить. Какие-то каналы. Ха, кусочек сердца. А, видите, то есть мне нужны какие-то специальные способности, чтобы попасть туда или иное место. Но я думаю, в принципе, пока что мы можем с вами чисто пойти по сюжету, а потом уже, так сказать, пойти не по сюжету. А, видите, значит, тут будет еще способность... О, шипы, это плохо. Тут пройти, походу, можно.
Эй, чувак, жми С, чтобы перекрыться через шипы. Это потрясающая штука. Большая уточка. Ну, курица. А-а-а, все-таки я могу в воздухе управлять. Главное, ребят, здесь это все вовремя делать. Ну, я имею в виду кувырки эти. О, это арена, да? Ай. Пиньята. А, это и есть серебро. О, у меня уже есть на этот апгрейд. Да, давайте. Блин, еще не хватает немножко. Так, какой-то паук, походу, здесь босс. Какой-то дом. Козел. Какого безумный лучадор? Зачем тебе понадобилось сломать мою статую чуза? Ай, карамба, чувак, у тебя осталось всего 15 таких. Типичный лучадор сначала лупит, а вопросов не задает. Узри, я великий Уэй Чива, владыка козла людей, необыкновенный наставник воинов и король странных наказаний. Итак, прежде чем мы начнем, скажи мне, твоя мама свободна, у нее есть эти дела? Ей нравятся плохие парни. Так, ладно. Объясни, как ты сюда попал, и не скупись на подробности. Особо как у тебя оказалась эта маска. Калака, Харам, дочь Эль Президенты, и я Гуар Хавье, мой бывший ученик. Я приглашу твою маму на свидание после того, как мы спасем мир. Для начала нужно обучить тебя искусству истинного лучадора. Сломанная с тобой статуя была магическая техника. Куриный апперкот. Нажми... Так, ага, повторяй с помощью движения. Это движение разбивает красные блоки, а еще его можно выполнить в воздухе. Но будь осторожна, если использовать его слишком часто, то временно устанешь. Попробуй над этим примером, пацан, если ты не убьешься, мы продолжим твои тренировки при следующей встрече. Ростер Апперкурт. Ну слушайте. Ага. А еще красный блок вот туда, здесь есть красный блок. Ладно. Я тоже думал, может это иллюзорная стена. Она сломается. Но нет, она не сломалась.
Ну видите, у меня хотя бы жизни не отнимаются на самом деле. Ай-яй. Сложно. Короче, нужно просто вовремя это сделать, да и все. Главное теперь не путаться в кнопках. Так, дополнительная сила, а, сила, скорее всего, да, ячейки вот эти желтые. Ну, я лучше себе сделаю хпшку. Санта лучи там. О, у меня как раз есть на апгрейд, ребята. Санта лучи там. А-а-а, скелет только что принесли через город, неся какую-то девушку. Они потащили ее на вершину горы и удрали на... по направлению к храму на запад. В этом праздничном мертвые... мертвых мертвые действительно воскресли, и я собираюсь справиться в лес, там ведь безопасно. О, добро пожаловать в Сант-Лучита. Похоже, ты сможешь поставить за себя лучидор. Жителям города не помешает твоя помощь. Не смущайся, ты герой. Это твое признание. Верно? О, вот это тоже отсылка. Есть игра, где нам нужно сражать землю. Как оно, гамно? Гумно, не помню. Ну, короче, это другая игра. Viva Pinatas. Плюс 200. Я был лучадором, ты не понап... напоминаешь меня, когда я был в твоем возрасте? Так, синий камень. Я только приехал в с фермы. Со свежим сыром. Самым свежим во всей стране.
Mine Forever. Ну, понятно, ссылочка на Майнкрафт. Пещера Дель Поло. Добро пожаловать, сэр. Пещера Дель Поло – это место, где тренируются сильнейшие лучадоры. Если вы пройдете испытание, даже можете получить награду. Ну что, полетели? Далеко лететь не пришлось. Tag Team Lost Super Hermons. Ну понятно, это отсылка на Марио. Прошел слух, что Калака и его слуги пришли из мира мертвых. Как это возможно? Не знаю. Это было ужасно. Банда скелетов пронеслась под город, неся с собой бедную девушку. Они направляются к храму дождя, вверх по холму на запад. Наш компаньон Де Банда пропал. Сеньор, вы должны помочь нам его. Por favor. Короче, мне нужно найти челика, походу. Если я правильно все понял. Ничто не сравнится с куском моих специального свернутых свежих тарталеток. Великая курица-вор терроризирует Сант-Лучита многие годы. Каждый в городе знает о пропаже мелких вещей из своих домов. Наша банда разбила по всему. Без него мы не сможем начать наше турне по восточному побережью. Короче, кого-то нужно найти. Драка насекомых. Понятненько. Скелеты? Похищение? Мне нужно выпить. Огромный боевой петух проживает в соседнем доме. Он говорит, что его тренировал козел. На что ты уставился? Думаешь, можешь смеяться над Эль Баньо? Ты больше не будешь смеяться, когда я выполню свой особый прием – туалетный смыв. Какая удача в такой день встретиться со мной, великим сеньором Амаром. Это значит, что я люблю мучить врагов до полусмерти. Приветствую, лучадор Ялас Теклас Дель Маго. Когда я на ринге, вокруг одна лишь магия. Я Эрнандо, владелец местного бара. У Эрнандо. Сейчас бар закрыт на рекомендации. Но скоро я вновь откроюсь, и тогда я проведу специальную акцию. Скидки лучадорам 50%. Я решил стать простым искателем сокровищ. Я сообщу тебе, если что-нибудь найду. Супер Луча Фордж. Вот это я даже не знаю, на что ссылка. Так, раскаленная пустыня. Походу, мне еще сюда рано. О, великая курица Лучидор, добро пожаловать в мое додзё. Если ты надеешься победить Калаку и силы зла, тебе много нужно научиться. Давай начнем с твоего основного тройного комбо. О, видите, там еще пасхалка есть справа. Это Кас Чармес. Это помните, я уже проходил эту игру с рыцарями. И есть тоже вот еще отсылочка. Это Лимонс Мутанс Атакс. И еще Ла Маскара. Ла Маскара, эта отсылочка уже идет на Зельду Маскоту. Пончо. Пончо. Пончо! Пончо, поздоровайся с лучадором. Что? Да
Да тебе заплатят, когда закончишь демонстрацию. Отлично, вперед. Против Пончо. Неплохо, неплохо. Твое основное тройное комбо можно выполнить в воздухе. Начали, Пончо. Доплата за риск? Это новичок. Дерется как котенок. Принимайся за работу. Нажми, чтобы выполнить подъем Лучадора. Это позволяет ли так? Теперь соединение подъема Лучадора и апперкота в одно разрушительное комбо. Ух ты ж, ё-моё. Отлично, это было легко. Птицы, летающие по комнате? Как ты смеешь намекать, что я не умею летать? После всего, что я сделал, для тебя сделал, убирайся с глаз долой. Не беспокойся за него. Стоит из себя не ведь что. Похоже, ты готов к испытаниям. Банда Калаки направляется к храму людей. Слышали, когда они говорили о некой темной церемонии? Тебе лучше поспешить, если хочешь остановить их. Да, и заходи ко мне иногда за дополнительной тренировкой, если ты не слишком труслив. Так-то. А, жажда воина к знаниям мне легко насытить. Ты хочешь продолжить тренировку? Да. Ох ты ж ё. Чё так сложно? Атака, прыжок, атака, прыжок. Чё так сложно? Сложные тренировки. Классно, так держать. Ну слушайте, 500. Я не могу обучить тебе всему. Выйди в мир и поживи. Может, у меня появится приемчики для тебя позже. Мне, короче, нужно новые способности просто заполучить, да и все. Супер съест там. У моего брата мерзкая привычка оказываться в невероятных ситуациях. Это чрезвычайно огорчает нашу семью. Он снова пропал, но где-то поблизости, клянусь, что слышу его. Если найдешь его, скажите мне. Окей. О, Call Now. Лучше Line. Это отсылка на Hotline Miami, как я понял. Здесь, мне кажется, лучше прокачать сейчас силу для восстановления. Ты на днях не видел дочь или президента? О да, она действительно великолепна, просто секси. Похищена злым скелетом Чаро в мире гнетущего святого.
Какой щедрый урожай фасоли в этом году. Ее так много, что я не знаю, куда ее девать. Я в отчаянии. В моем кухне пусто. Мне не хватает ингредиентов для моего особого блюда. La Gran Enchilada. Пожалуйста, сеньор, если вы найдете немного сыра, принесите его мне. Если найдете фасоль, принесите ее мне. Как же нам найти идеальные чили? Тарталетки? Последний нужный мне ингредиент, клянусь. Ну, в принципе, фасоль я знаю, где взять. Фасоль? Для повара? Конечно, бери. У меня еще и много припасов. Вы получили ингредиент El Chador. Так, и сразу тогда вниз прыгаем. В поисках остальных ингредиентов. Что, тебе нужен этот сыр для повара? Самый большой в мире энчилада, говоришь? Конечно, возьми его. Надеюсь, пригодится. Так, где-то снизу тарталетки видел. Прошел слух, что Калака и его слуги пришли черт. Так, это было. Ух ты, Лучидор, ты стал сильнее. Если ты поднимешься в храм на холме, может, сможешь помочь той бедной девице. Мои тарталетки — идеальная последняя часть для La Gran Enchilada. Конечно, ты можешь взять их. Если она и вправду такая большая, то тебе нужно много. Так, мне остался еще перец, да, где-то найти? Так, это кухня. О, еще, видите, отпасал вот слизень. А, подожди. Это что такое? Тень? Где мне найти перец? А. Народ, а сейчас могут возникнуть сложности. Мне не хватает еще одного ингредиента. Великая курица Вар терроризовался на Лучидо многие годы. В каждом городе за... Ага. О, это отсылочка, ребят, на Мегамена. Это просто облик его. Нет, тут отсылок очень много. Вот я просто играю, уже нашел сколько? Десяток. Дочь президента. Остерегайся гигантского монстра в храме. Это Альбрихе. И он сожрет тебя заживо, если ты не будешь осторожен. Вы мне лучше скажите, где мне перец найти. Я слышал, что Карлос Калака был давным-давно настоящим человеком. Я Эрнандо, так, ага.
такое. Я вам скажу. Походу, последний ингредиент мы с вами не найдем. Как же нам найти идеальные чили? Не знаю, не знаю. Пардон, сеньор, но мы не можем сыграть вам, пока вся наша банда снова не будет в сборе. Ну, давайте я тогда... Может, здесь найду шаду? Ну, ребят, я думаю, тогда давайте на этом мы с вами закончим. В следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.